Начальник ФСИН доложил мне ситуацию, которая складывается в одном из мест лишения свободы в Волгоградской области. Хотел бы в этой связи послушать соображения, оценки министра внутренних дел, директора ФСБ Виктор Васильевич Золотов. Будет у меня сейчас должность свои оценки. А затем рассмотрим плановый вопрос, подготовленный Владимиром Александровичем Колокольцевым. Давайте начнем работать. И с Колокольцевой начнем, с министра внутренних дел. Владимир Александрович, по оценке ситуации в Волгограде, пожалуйста.